Улыбки и счастливые лица. 22 февраля в Белгороднестровском территориальном центре социального обслуживания состоялась встреча ветеранов рыбопромышленной отрасли, бывших работников рыбоконсервного комбината «Антарктика». Эти люди бок о бок долгие годы работали вместе. Сегодня, за много лет спустя, они вновь увидели друг друга. Люди не виделись, наверное, десятки лет. Проработали в рыбокомбинате очень длительное время. Некоторые семьи, если сложить весь стаж, до 100 лет. Можете себе представить. Это и бабушки, и родители, дети, и внуки пришли работать на рыбокомбинат. История рыбокомбината для нас была открытием, что он существовал у нас в городе с 30-х годов. То есть это частичная история города. И, мы были в восторге от того, что люди, проработав, восстановив этот комбинат, и до сих пор не хотят расставаться. Как отмечают сами люди, рыбокомбинат снабжал продукцией не только нашу страну. Товарооборот был просто неимоверным. Только за одну смену работники обрабатывали более 2 тонн рыбы. В июне 1945 года, на 3-е сутки после освобождения города, сотрудники уже вовсю восстанавливали производство. В его стенах работали целые поколения акерманцев. Это было первым предприятием Белгороднестровского, которое получило государственный знак качества. И в сердцах всех этих людей до сих пор живет кредо: мы были первыми. Хороший был коллектив, хороший комбинат, продукцию выпускали и за границу отправляли. А самое главное, что имели люди работу, строили жилье. Наш комбинат строил жилые дома. Учились люди в институтах, многие ходили в моря. Моряки тоже, вот будет в морях, приходит к нам. Много очень хорошего. Я очень рад, что я встретился. Сейчас уже не видимся часто. Мы вообще давно не виделись. Так хоть встретиться, посмотреть друг на друга. Уже скоро, может, вообще не будем встречаться. За чашкой чая собравшиеся вспоминали самые яркие моменты из жизни коллектива. Рассказывали друг другу, кто чего достиг после закрытия производства, о событиях давности и о том, как живут сейчас. Особым подарком для пенсионеров стал визит заслуженного работника культуры Украины Валерия Цуркана с коллективом «Акерман». Они исполнили несколько музыкальных подарков, так сказать, для виновников торжества. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.